дело просто другого случая. А вот вопреки утверждениям всяких неразивых политиков и чиновников и культуры, которые утверждают, что Шевчук пятая колонна и враг народу, читатели, они считают наоборот, что это гордость России. У нас есть премия, которая проводится... И Шевчук победил в номинации «Человек и гражданин». Хорошо. Спасибо, друзья. Спасибо. Служу России.